Так, ну хорошо. Пожалуйста, расскажите об истории этой песни. На Маяковской площади в Москве. Тут один режиссер, можно спросить, о ком вы думали, когда ее писали. Ну, конечно, все песни так или иначе имеют какие-то адресаты. Вот все, тут один режиссер пару лет назад стал высказал такую идею, чтобы снять как бы историю моих лирических песен. Кстати, сказать, в Ленинграде, вот прямо вчера, я только утром приехал из Питера, мне предложили, значит, сделать отдельный сборник лирических стихов и песен. Вот. Но у них не так много оказалось. Но я, конечно, сейчас не собираюсь называть ни имен, ни фамилии и так далее. Но, во всяком случае, как-то всегда это имело какие-то конкретные, конечно, точки приложения. Начиная с песни «Снег». В героине этой песни ничего, кроме рубки поцелуев, у нас вообще не было. Это был очень такой нетипичный для меня случай, конечно. Вот, но я что, был очень молодой. Вот, у меня тут позвонила одна дама из Питера где-то месяца два назад. Говорит, я корреспондент такой-то, журнал, или там, не помню, что. Я хочу взять вас интервью там. Я говорю, ну хорошо, давайте я о вашей ленинградской жизни там. Я говорю, хорошо. И вдруг она мне говорит, а вы помните, как мы сами в 72 году целовались в параднике на улице Космонавтов? Я сразу завел и замолчал. Она поняла, что интервью может отменить. Да что вы, что больше ничего не было. На Маяковской площади в Москве. На Маяковской площади в Москве живет моя далекая подруга. В ее окне гнездо свивает вьюга, звезда горит в вечерней синеве. Судьбы моей извилистая нить оборвана у этого порога. Насколько не упрашивай я Бога, нам нашу жизнь не соединить. Насколько не упрашивай я Бога, нам нашу жизнь не соединить. На Маяковской площади в Москве стремительностью близкая к полету спешит она утрами на работу. Морозный снег блестит на рукаве, наш странный затянувшийся роман подобен многолетней катастрофе. Другим по вечерам варить ей кофе, смотреть с другими в утренний туман. Другим по вечерам варить ей кофе, смотреть с другими в утренний туман. Но в час, когда подводный аппарат качается у бездны на ладони, ее печаль меня во тьме нагонит и из пучины выведет назад. Но в час, когда в затылок мне дыша, беда ложится тяжестью на плечи, меня от одиночества излечит ее непостоянная душа. Меня от одиночества излечит ее непостоянная душа. На Маяковской площади в Москве за темною опущена штора, настольная лампа свет горит, которым сияет мне, как путеводный свет. Пусть седина змеится на виске, забудем про безрадостные были, пока еще про нас не позабыли. На Маяковской площади в Москве пока еще про нас не позабыли. На Маяковской площади в Москве. Но в развитии этой истории не очень веселой легла еще одна песня, написанная в тот же адрес,
лет так через 15, который что-то немного проясняет эту историю. Красный кабриолет. Мы с ней встречались немало лет, но после огонь погас. Она переехала в новый свет, где и живет сейчас. Она, выйдя замуж за старика, переехала в новый свет и купила стремительный, как река, красный кабриолет. Мы с ней так виделись пару раз по обочин чужих дорог. Она за очками щурила глаз, глядя куда-то в бок. И наша встреча была пуста, как облетевший цвет. А рядом стояла ее мечта, красный кабриолет. Пожелтевшие листья били в стекло, время вперед текло. Я всегда вспоминаю о ней тепло, а она почему-то зло. Я ей благодарен за те года, а она почему-то нет. Я на дом, которым горда и красный кабриолет. Я ей благодарен за те года, она почему-то нет. Пусть будет счастлив пути всегда красный кабриолет.